Так, давайте поедем на грузовике, но сначала я грузовичок свой моторчик повышу. Так, и затем мы повысим сцепление с дорогой, да, машинку. Поехали, посмотрим, далеко ли мы проедем. Постараюсь я рекорд побить свой. Опачки. Ой, сколько было монет. Мало. Надо было мне сделать двойные монетки, посмотреть рекламу. Потому что монет мало. Вообще устал. Да, едет быстро. Намного быстрее, чем я думал. Грузовичок. Неплохо так справляется с дорогой. Опа, 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 аккуратно. Да, грузовик офигенский, классный вообще. Его надо же немножко будет прокачать, конечно. Так, 2 километра осталось до рекорда. Не помню в прошлый раз, почему я мало проехал. Наверное, не хотела бензина, скорее всего. Да, быстрый, быстрый. Тут еще нужно смотреть, какие у меня гаджеты стоят. У меня гаджет стоит на... Когда бензин заканчивается, ускоритель. И этот самый магнитик. Вроде бы и все. И 2 гаджета. Ой-ой-ой, чуть не перевернулся. Так, давай еще раз попробуем заехать на гору. Все получилось. Да, местность все сложнее и сложнее у нас. Давай-давай-давай, поднимайся, молодец. Грузовичок. Так, ну что, остался 1 километр доехать. Сейчас мы попробуем доехать. Мне нравится именно прыгучесть этого моста. Так, бензин, бензин, взяли, все, отлично. Это 700 метров остается. 800 метров. Скоро-скоро побьем рекорд, я надеюсь, мы там таки много звездочек соберем. Возможно, возможно. Опа! Давай, 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 забираемся, забираемся, забираемся. Нормально. Забрались. Ну вот, осталось всего лишь каких-то 400 метров. метров и будем бить рекорд. Так, тут давай перепрыгнули, отлично. Так, все, 200 метров. 200 метров, 200 метров. Так, подняться надо сюда. Ого! Нифига себе. Да ё-моё! Что ты будешь делать? Давай еще раз попробуем подняться. Так, отлично. Теперь проблема у меня с бензином. Мне нужно срочно бензинчик взять.
А, вот здесь, да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Ой, хорошо, мне ускоритель помог. Да, без ускорителя я бы не смог бы доехать сюда и взять звезды. Ну вот, мы побили рекордик свой. Благодаря гаджету, который дал нам ускорение хорошее. Вот еще и монетки. О, монетки буду давать. 240 монет. 3 километра. У нас есть. 3 километра проехали. Так, очередной бензин. Ого. И прыжки. Вот, пошли домики, кстати. Домики, домики, домики. Сарайчики. Сарайчик, ой-ой-ой. Опасно было, мог перевернуться. Ой-ой-ой, вообще что-то я уже какой второй раз что-то переворачиваюсь. О, здесь сложно, смотри, блин. Нет, заехали нормально. Да бензин пищит-то, ё-моё. Что ж ты будешь делать? Давай, 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 давай. Хотя бы 2 километра наехать сейчас. Чтобы было бы 2000 звезд. 2000 звездочек, ребята, нам как раз не помешают. Они нам нужны. Да ё-моё, вот здесь я теряю время традиционно. Вот в таких местах. Так, где там бензин? Ага, спасибо. Гаджет у меня срабатывает сразу. Так. Всего 4 километра и... километр 200 у нас звезды. Да, далеко проедем сейчас. Нужно 5 километров хотя бы на этой трассе сделать. Это относительно немного. 5 километров. Опа, бензин опять начал пищать. О, здесь тачка чья-то разбилась. Офигеть. Я на грузовике даже больше проехал, чем я на раллийном авто. Слышь? Удивительно. Удивительно. Так, давай. Ой-ой-ой. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Здесь я еще ни разу не ездил. Хватает мощности. Мне главное не перевернуться, ладно, там на эту мощность. Давай, 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 давай. О! Поднялись, 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 хорошо. А что у нас по бензинчику? Где бензинчик вонючий этот? Мне нужен срочно бензин вонючий. А! Да! Надо движок еще прокачать, чтобы больше проехать-то. Немножко не хватило.